получить контроль над платформой — это еще не все. Меня беспокоит охрана, особенно снайперы. Я буду для них легкой мишенью. Но, кажется, решение есть. Акада говорила о камерах наблюдения. И если мы получим к ним доступ, то узнаем, где позиции снайперов. Ты устранишь их, чтобы я смог пройти. Окей, без проблем. Совсем без проблем. Это ведь большой риск. Я уже как-то успел привыкнуть к большим рискам. А теперь предлагаю провести тест. Нужно проверить щепку. Пункт управления камерами перед нами. Тебе надо войти и запустить вирус в систему. Больше ничего. Ага. А вы что будете делать в это время? Возьмете себе пиво? Я никогда не пью на работе. Я буду прикрывать тебя. Теперь за дело. Сработало. Ну? Все готово. Доступ есть. Отлично. Щепка работает. Самое простое позади. Пробраться в промышленный парк Арасаки будет гораздо сложнее. Но это мы обсудим потом. Садись. Я со вчерашнего дня не ел. Дайте мне лучшее из вашего меню. Я бы посоветовал попробовать и якитори. Что угодно, только не местную. Заходите завтра. Кто бы мог подумать, что этот арасачий выродок будет нам как-то полезен. Таким псам, как он, главное дать нужные команды. А когда он выполнит задачу, мы его пристрелим за ненадобностью. Может, пристрелим, может, нет. Посмотрим. Рад, что ты меня понимаешь. Только смотри, нашему песику тоже могла прийти в голову такая мысль. Это что такое? Якитори. Смотри, я составил план. Раз. Мы забираемся в промышленный парк Арасаки и взламываем платформу Ханака-сама. Два. Во время парада ты с моей помощью убираешь снайперов. Три. Я забираюсь на платформу. Четыре. Я рассказываю правду Ханаку-сама. Это будет самоубийство. Но я и более глупую херню творил. Еще более глупую, чем кража имущества Арасаки? Не, конечно. Этот рекорд я побью еще не скоро. Теперь разделимся. Я должен пойти на разведку. Я с вами. Вы же тут все равно ничего не знаете. Это правда. Мне пригодятся ум и руки опытного вора. Хорошо, мы пойдем с тобой вместе. Повар, сделай погромче! Йоринобу. Он самый. Президент Майерс назвал... Он уничтожил последнюю преграду, которая мешала ему прийти к власти. Ну да. И все его поддержали. Что такое убийство моего отца? Разве это не провокация? Разве это не... Арасака. Это был монолит. Пока Йоринобу не пробил в нем брешь.
Все началось с него. Все эти фракции. Борьба за влияние. Все это к слову. Я только одного не пойму. Почему Сабура это терпел? Со своим же сыном не мог справиться? Арасака-сама был строгим и сильным человеком. Сильнейшим из всех, кого я знал. И все-таки в ключевой момент он проявил слабость. Из-за Юринобу? Из-за дочери. Когда Юринобу собрал приспешников и объявил своей семье войну, Арасака-сама мог раздавить их одним приказом. Но он этого не сделал. Это стало бы ударом для его дочери. Когда Юринобу вернулся домой с поджатым хвостом, она убедила отца дать ему второй шанс. Ты понимаешь? Ханака-сама спасла Юринобу от наказания за его проступки. Скоро спасать его станет некому, если только Ханака поверит нашей версии событий. Может, и совесть проснется. Вдруг у дочки Сабуры она есть. Ты забегаешь вперед. Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте. Пойдем отсюда. Надеюсь, вам все понравилось. Приходите еще. Опилки и пластик. Идем. Я нашел хороший наблюдательный пункт. Осталось только туда забраться. Теперь туда. Нам очень повезло. Кажется, сегодня здесь никого нет. Я бы сказал, что отсюда красивый вид. Если... Если? Если бы было на что смотреть. Вы так не любите Найт-Сити? Наверное, я просто слишком скучаю по дому. Ладно,